Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня мы будем готовить молочный коктейль, вот такой вот свежей землянички с нашей грядки. В чашу блендера добавляем 1 столовую ложку сахара, добавляем нашу ягоду. Здесь у нас ягодка двух сортов. Белоснежка и лесная сказка. Белоснежка вот эта белоплодная. И лесная сказка красненькая земляничка. И сейчас все это будем взбивать погружным блендером. Взбили буквально такие 20-30 секунд, взбивали ягоду. И сейчас добавляем молоко. Ну, конечно, будем пробовать на вкус. Можно добавить сахара или побольше ягоды. Добавим еще немножко ягодок. Вот такой вот у нас коктейль получился. Календарное лето у нас уже закончилось. Ну, вот продолжаем готовить из свежей земляники такие вот молочные коктейли. Очень вкусный, ароматный, замечательный коктейль. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего. Сегодня у нас 7 сентября, такая погода стоит у нас. Ботву, картошки скосили. И каждый день, 2 недели идет дождь. Землянику собирали и клубнику. Вот сегодня землянику. Столько землянички набрали. Вообще казалось, что она испортится вся. Потому что очень сыро. Вообще 2 выходных не выйти в огород было. Дождь лил целыми днями. Но в целом вот такой вот очередной урожай. Ну, каждую неделю можно собирать по выходным ягоду. Когда-то больше, когда-то меньше. В общем, все зависит от погоды. Такая вот сейчас земляника. Еще будет, конечно, ягода. Скорее всего, 1 или 2 сбора. Ну, все будет зависеть, конечно, от погоды. Если будет вот так же сыро и холодно, то, наверное, уже... Она, во-первых, не такая крупная становится, уже помельче стала. Ну, в основном здесь вот лесная сказка и вот эта белоснежка. Белоснежка немножко лучше, она меньше порченой. То есть для сырых вот таких вот регионов, в общем, с сырым климатом подходит вот эта белоплодная, она очень хорошо. Ну и в целом вся вот клубника, крупноплодка продолжает цвести. Но погоды вот у нас совсем-совсем нету. 2 недели сливает. Напрочь нас сливает. Все сыро, очень сыро. Ну вот скоро будем копать картошку, как только наступит теплая погода. Хоть маленько, пускай подсохнет, поддует. Ну так вот такая земляничка. Не все, конечно, ее любят. Считают, что она очень мелкая. Но в целом ягодка. Не такая уж прям, что она мелкая. Очень даже неплохого такого вот размерчика. Такая вот земляничка, лесная сказка и белоснежка. И такие вот кустики. Ну а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.